Бахир, ну зачем ты так? Ну вот зря, зря. Два. И тут прибежал читер, как он это делает? Хей-йоу, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня будет очередная серия Читер Патруля. Поэтому да-да-да, если ты ее ждал, если ты себе хочешь именно этот нож-бабочку, поставь лайк. Я не шучу, ставь лайк прямо сейчас, иначе я сейчас зарежу этот ящик. А-а-а, я его зарезал. Так, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы начинаем. Вы у меня часто спрашиваете: Кент, откуда у тебя такой крутой дроп? Ребята, ответ крайне прост. Это стендов дроп. Именно тут я выбил себе очень крутые скины. Даже если у вас нету денег, тут есть бесплатный кейс, который вы можете открывать раз в сутки. Хочешь выбить нож? Изи, посмотри на мой новенький G-Commando Reaper. Данный проект рекомендую лично я, а по промокоду KENT25 ты получишь 25% к пополнению. Все нужные ссылки в описании. Ну а теперь рубрика «Комментарии от подписчиков». Чтобы в нее попасть, пиши любой смешной комментарий. Самый популярный комментарий был таким. Разрабы. Мы добавили античит. Читеры. По! Пойду новый чит юзать. Я, конечно, все понимаю, но, пацаны, какого хрена после выхода нового античита читеров стало вдвое больше? Это как так-то? Когда училка сказала: не бегай по школе. Будешь так дома ходить, ясно? Но в стендофе так ходить нельзя. По крайней мере, пока на страже порядка, Кента пока не. Пацаны, кто тоже любил бегать по школе или любит бегать по школе, ставьте плюсы в комментариях. Я когда был мелким, я там тупо пулей, как Соник, гонял. Когда училка опоздала на полсекунды. Как Кента пока, не, ну что он себе позволяет, посмотрите. Мой подписчик просто в афиге. Ой, я правда не понял, почему этот комментарий в топе. Но мне все равно смешно. А вот сейчас будет реально смешно, когда увидел у училки на доске ошибку. И вы сейчас просто офигеете, посмотрите на вот это. Вот как вы считаете, это нормально? Сейчас, смотри. Я представляю, если я пришел бы к такой училке и говорю: ну вы сейчас все тут офигеете, вы видели эту ошибку, посмотрите на нее. Меня бы, наверное, выгнали со школы. Сейчас будет реально смешная шутка, но там, правда, лайков нету, но почти она смешная, смотрите. Это я, когда закончились все уроки. Смотрите на читера, смотрите. Опа, побежал! Кент, ты че бомж? Где твой новый свитер? Мы тебе донатили. Да вы мне 0 рублей задонатили, пацаны! Я опять оставляю ссылочку на нашем описании. Кент, ты че бомж? Почему ты все время в одной и той же самой одежде? Да, пацаны, я бомж! Ссылка на нашем описании. И не надо писать, мол, Кент, пока тебе 1 000 000 000 рублей задонатил. Сейчас мы, пацаны, проверим, насколько вы щедрые. Ну а сейчас я, ребята, буду врубать читера. Уберите детей от экранов. А не, хотя не убирайте, а то меня никто смотреть не будет. Вы меня попросили вырубить читера наушниками. Твою мать, я разбил! Да ну нахрен! Блин, пацаны! Ну а теперь ваша любимая рубрика «В мире животных» с Кента ПК. Прямо сейчас мы, ребята, будем банить читеров. Поехали. Мой подписчик, как ни в чем не бывало, ждет начала игры. И тут мы, ребята, видим вот этого негодяя. Вот этого парня. Заплантил бомбу. Ой, зря ты заплантил бомбу. Ник у него Хэппи Ник. Хэппи Ник, честно говоря, мне тебе немножко жаль, потому что, ну, ты уже будешь не хэппи. Потому что ты получишь вечный бан. Ой, у него еще ID старый. Это не новый аккаунт. Вот это пуля. Забаним его. 3-5-3-6-2-7-0-0. Хэппи Ник. Пока. Да, конечно, античит вышел на славу. Топовый античит, пацаны, посмотри, опять еще один. Посмотрите на этого чувака, ник у него точка. Ну, потому что это будет его жирная точка на карьере читера. Он уже, наверное, предвидел, что я его забаню. Пацаны, ну посмотрите на этого говнюка. Еще расплантит бомбу, смотрите. Да, расплантил? Да, и расплантил бомбу. Сам заплантил, сам расплантил. У него еще и медаль есть. Он еще и донатил стендов. Забаню его по красоте. 1-5-9-0-8-9-3-1-9. Пока. Ну, если честно, ребята, увидите олимпийского чемпиона по бегу. Вы просто посмотрите, как этот парень бегает с АВМ, а он же очень тяжелый. Посмотрите, пацаны. Так. Ну, давай, беги. Иди сюда, спортсмен, ты наш любимый. А, вот он прибежал, красавчик, пацаны. Ну. Ой, зря ты так. Ё-моё, ядрить колотящие гранаты начали бросать. Остановите мир, я сойду. Это еще мягко говоря. Так, пацаны, давайте зафиксируем ID этого парня. Вот его ID. 631-485-48. Давай, Зевсик, пока. Бахир, ну зачем ты так? Ну вот зря. Ох, чувак думает, нифига себе.
Помимо того, что у него бомба со скинченджером, он еще и бомбу плентит и в темке. Да ну нафиг. Я, ребята, просто... Ё-моё! У него еще и КР со скинченджером. Обалдеть. Не, будет смешно, если этого нуба убьют. А, он еще пытается прострелить, у него ВХ, видите? Да-да-да, ВХ. Но, по всей видимости, он немножко рукожоп. Пожалуйста, убейте читера, умоляю, убейте этого читера, убейте Бахира. Красавчик, читера убили, читер нуб. Уху! Блин, пацаны, как же я обожаю читеров нубов. ID 629-491-99. Бахир, нуб, пока ты в бане. Не, ребят, я все понимаю, но можно спросить, а что вообще сделали в античите? Читеры как были, так и остались. Как были спидхакеры, так и остались. Как были, которые через стенки простреливают, так и остались. Как были те, что гранатами убивают, как в этом видео, смотрите. Так они и остались. Как были, что бомбу плентили, где попало, так они и остались. Я вообще не понимаю, что в античите сделали. Античита, по сути, вообще нету. Так, ну что, давайте забаним этого парня тоже. 630-845-47. Давай, астреловиста, бэйби. У меня такое ощущение, что читеров все больше и больше. Сейчас вы просто будете в шоке. Ребята, смотрите внимательно. Игра еще не началась. Она не началась. Внимательно смотрите. Вот прям вы сейчас офигеете. Смотри, 5, 4. Видите, сверху время. Сверху время. 3, 2. И тут прибежал читер. Как он это делает? Я не понимаю. Игра еще не началась. Он уже убил всю команду. Это определенно самый жесткий читер. Вот я, ребят, просто в шоке. Как такое возможно? Иди этого парня 628-508-28. Вот я бы таких бы вообще забирал бы у них телефон, вот и их бы родителям говорил бы. Вот такого парня надо забанить, да и притом подольше. Не, ребят, но читеры совсем берега попутали. Вы посмотрите на вот этого читака. Это самый настоящий бессмертный читер. Посмотрите. Посмотрите, его нереально убить. Я в шоке, у него еще есть спидхаки, он бессмертный, обалдеть не встать. Но нам повезло то, что есть его ID 449-653-43. Игрок под ником читер, ты получишь вечный бан. Ну чё, пацаны, вам всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, читера отправляйте мне в ВК. С вами был ваш Кентуха, пишите любые комментарии, нажимайте на колокольчик, реально, колокольчик это 2 секунды дела, нажмите на него, вы меня очень сильно выручите. Все, ребятки, всех люблю, всем удачи, всем пока.